Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Нильтек и сегодняшнее наше видео о стройности. Устранение проявлений целлюлита – это задача комплексная, которая включает в себя и диету, и занятия спортом, а также массаж или физиопроцедуры, а также применение антицеллюлитных средств. Так давайте сегодня поговорим о косметических средствах от целлюлита. Действительно ли они работают и как? Конечно, косметические средства не воздействуют напрямую на жировую ткань. Большую эффективность они оказывают в качестве профилактического средства, так как определенные ингредиенты их состава способствуют активизации обмена веществ в коже, улучшению кровообращения и стимуляции лимфотока. Так какие же косметические средства стоит применять для решения проблемы целлюлита? Действительно работающие средства должны содержать следующие ингредиенты. Липолитики, или правильно было бы называть эти вещества липокорректорами. Они ускоряют расщепление жировых отложений и их вывод из организма. Это такие биоактивные вещества, как L-карнитин, кофеин, артишок и другие дренажные компоненты. Они не разрушают напрямую жировую ткань, а усиливают процесс липолиза. По сути, ускоряют естественный метаболизм и улучшают микроциркуляцию и лимфоток, что способствует естественному расщеплению жиров и выведению продуктов их распада. Еще есть вещества с научно доказанной эффективностью. И это венотоники, которые стимулируют приток крови и работу лимфатической системы. Самые известные природные венотоники – это конский каштан, листья красного винограда, гинкго билоба и другие. На их основе изготавливают многие средства, которые можно применять в качестве профилактики или поддерживающей терапии не только для коррекции целлюлита, но и, например, при варикозе. Также в состав антицеллюлитных средств вводятся компоненты, улучшающие качество кожи. Это вещества, способные вернуть коже здоровый тонус и нормализовать ее рельеф. Давайте рассмотрим сейчас на примере нашего антицеллюлитного геля Thermo-Intensive, как это работает. Гель Thermo-Intensive – это гель для кожи тела с явно выраженным разогревающим эффектом, рекомендованный для применения при целлюлите, включая все его формы. Активные ингредиенты геля – антицеллюлитный комплекс, состоящий из экстракта иглицы, гуараны, лимона, йодированный гидролизат протеина кукурузы, а также экстракт фукуса, кофеина, L-карнитина, которые обеспечивают и антицеллюлитные, и антиоксидантные эффекты, а также противоотечные действия и стимуляция обновления кожи. В состав входят также сосудопротекторные компоненты. Это экстракт конского каштана, листьев красного винограда и троксирутин, которые эффективно улучшают кровообращение в коже, тем самым стимулируя ускорение липолиза в гиподерме. А экстракт центеллы азиатской в составе геля улучшает регенерацию кожи, но он также обладает противоотечным и сосудоукрепляющим свойствами. Ну и, конечно, основным компонентом геля является ванилил-бутиловый эфир, который обеспечивает мягкий, но интенсивный разогрев кожи без выраженного покраснения и дискомфорта. В результате этого стимулируется кровоток, лимфоток и расщепление жиров подкожно-жировой клетчатки. Интенсивность разогрева может быть разной, и продолжительность теплового воздействия тоже может варьироваться в зависимости от проведенных до нанесения геля манипуляций. Например, если вы скрабировались или разогревались горячим паром или принимали горячий душ, а также от индивидуальной чувствительности. Как вы видите, относительно состава гель очень эффективный. Он может применяться в профессиональном уходе, а также будет эффективен и в домашнем. Подходит для проведения процедуры обертывания и в качестве подготавливающего средства для разогревающего и тонизирующего аппаратного или ручного массажа. Гель отлично выступает в качестве самостоятельного средства и дает видимый результат даже после первого применения. Однако, используя его в комплексе с другими средствами серии,
можно добиться более быстрых и видимых результатов. Например, можно выполнить контрастное обертывание, используя дополнительно наш гель сосудоукрепляющий Creo Intensive, в котором активными ингредиентами как раз являются те самые винотоники. Троксерутин, неанцинамид, гисперидин, экстракт конского каштана и кофеин. Гель отлично способствует уменьшению отеков, предупреждает их появление, а также снижает чувство усталости и тяжести в ногах. Гель также оказывает антиоксидантное и успокаивающее действие на кожу с выраженным охлаждающим эффектом. Так давайте вместе с вами соберем полноценную антицеллюлитную процедуру. Сначала нужно подготовить кожу. Можно принять контрастный душ. Полезно также будет использовать скраб, но если у вас чувствительная кожа, это вовсе не обязательно. Вначале наносим антицеллюлитный гель Thermo-Intensive под пленку на проблемные зоны тела. Хочу отметить, что не рекомендуется наносить на область груди и живота. Время экспозиции аппликации обертывания 30 минут. Очень хорошим дополнением станут массажные процедуры. Для массажа можно использовать масло Relax Therapy от Giltec. Масло улучшает защитные функции кожи, а также замедляет процессы преждевременного старения. И, конечно, обладает отличным скольжением. Если вы не владеете массажными техниками, можно воспользоваться массажными медицинскими банками. В завершении массажа наносим гель сосудоукрепляющий Creo Intensive. И в завершении нашего видео хочется сказать, что несмотря на то, что косметические средства не воздействуют напрямую на жировую ткань, но их применение станет отличным подспорьем на пути к здоровой и красивой коже. Друзья, делитесь с нами вашим опытом использования наших средств по борьбе с целлюлитом. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео.